Твери продолжается открытие объектов, благоустроенных в рамках программы поддержки местных инициатив. Праздник двора прошел на новой детской спортивной площадке по первому переулку Красной Слободы в Пролетарском районе. Этот объект юные жители многоэтажки по первому переулку Красной Слободы ждали почти два года. Площадка многофункциональная, предназначена для игровых видов спорта. Здесь можно играть в волейбол, футбол и баскетбол. Тут очень много народу и очень хорошо играть. А да, вот буквально месяц назад здесь просто никого не было, как бы было скучно очень. Да, например, вот в волейбол не поиграешь, потому что тогда не было сетки. Раньше не было где играть. Теперь есть площадка и можно везде играть. Взрослые жители этого дома уже оценили возможности программы поддержки местных инициатив и готовы к дальнейшему участию в ППМИ. Особенно по благоустройству, дальнейшему благоустройству двора, особенно асфальтные, видеонаблюдение. Ну, посмотрим, какие деньги будут выделяться. Будем обязательно. У нас народ на это дело очень отзывчивый. Мы дом держим в порядке. По случаю открытия многофункциональной детской игровой площадки был организован праздник. Его посетил и депутат Тверской городской думы Максим Сульман. Он вместе с жителями контролировал ход работ во время строительства объекта. Мы болеем! На месте, где раньше были заброшенные гаражи, построена красивая новая детская спортивная площадка. Это первый объект из восьми, который будет реализован на территории Пролетарского района. А это еще один объект, благоустроенный в рамках ППМИ. Здесь проведено асфальтирование придомовой территории. На днях во дворе прошла приемка. Мы очень рады результату, то, что было и то, что вот есть. Сейчас совершенно другое дело. Мы, жители, очень довольны. Всего в этом году в рамках ППМИ во всех районах Твери планируется обустроить 17 территорий. На большинстве объектов в скором времени пройдут праздники дворов.